Знаете ли вы, что на производство 1 килограмма говядины идет от 5000 до 20000 литров воды? И что для производства 1 килограмма пшеницы требуется от 4 до 5000 литров воды? Продовольственные системы – это сложные взаимоотношения между производителями, процессами и потребителями, которые должны учитывать экономические, экологические и социальные вопросы. Современные продовольственные системы требуют глубинных преобразований для более устойчивого обеспечения высокого качества питания, которое требуется мужчинам, женщинам и детям, а также для достижения устойчивого экономического роста. Нездоровый рацион питания – это одна из главных причин растущего уровня ожирения и связанных с этим неинфекционных заболеваний в регионе. Таковы факты. Меня зовут Реймонд Ели, я руководитель региональной программы ФАО здесь, в регионе. Сегодня я выступаю в качестве модератора. Хочу поприветствовать вас всех на этот вебинар по устойчивым продовольственным системам и здоровому рациону питания в Европе и Центральной Азии. Мы находимся в процессе подготовки грядущей региональной конференции главного руководящего органа ФАО в регионе. Хочу передать слово помощнику генерального директора и региональному представителю по Европе и Центральной Азии Владимиру Рахманинову. Прошу вас. Большое спасибо, Реймонд. Доброе утро, уважаемые коллеги. С огромной радостью вас здесь приветствую. Вижу очень много знакомых и новых лиц. Большое спасибо вашей преданности нашему общему делу, работе ФАО. Главное право человека для каждого мужчины, женщины и ребенка – это здоровый рацион питания. И тем не менее, в Европе, Центральной Азии у нас с этим еще проблемы. Недоедание существует, поскольку у людей нет доступа к необходимому ассортименту питательных продуктов надлежащего качества, и дефицит макронутриентов до сих пор проблема для нашего региона. Более того, избыточный вес и ожирение – это новые проблемы для региона. И сегодня уровень ожирения и избыточного веса в этом регионе выше среднего по миру уровня в 13%. Сегодняшний семинар вводит нас в курсы дела по 8-му пункту повестки дня грядущей региональной конференции ФАО по европейскому региону, которая пройдет со 2 по 4 ноября. Я уверен, что наши прения лишь обогатят обсуждение этой проблемы. Никто из нас и не представлял, что когда мы согласовывали тематику этого круглого стола в середине 2019 года, наступит глобальная пандемия. И что перед нами станет задача предотвратить превращение кризиса в области здравоохранения в продовольственный кризис, кризис продовольственной безопасности. COVID-19 продемонстрировал хрупкость нашей продовольственной системы и подчеркнул их важность. Преобразование продовольственных систем уже неоднократно называлось ключом к достижению цели устойчивого развития, в частности, второй цели устойчивого развития, а именно искоренение голода, достижение продовольственной безопасности, повышение качества питания и обеспечение устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Мы надеемся, что вызовы, связанные с COVID-19, не отбросят нас далеко назад в области достижения повестки дня до 2030 года. Но в целом все мы понимаем, что необходимо преобразовывать продовольственные системы. В противном случае мы не сможем обеспечить здоровым рационным питанием всех, сохранить наши природные ресурсы и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. Мы должны понять, как нам ответить на стоящие перед нами вызовы и сделать это на страновом уровне. Продовольственные системы нашего региона крайне разнообразны, находятся на различных этапах развития, сталкиваются с различными сложностями, различными элементами внешнего давления, ограничением государственного бюджета, ограничением ресурсной базы и социально-экономическими соображениями. Для преобразования и улучшения продовольственных систем нам потребуется межсекторальный, междисциплинарный подход с участием и директивных органов, и частного сектора, и гражданского общества, и научных кругов. Все мы должны объединиться, услышать друг друга и принять участие в процессе принятия решений на национальном и местном уровне. Сейчас уже идут обсуждения и предпринимаются определенные действия. Вопрос, что уже сделано и что еще предстоит сделать для обеспечения устойчивости продовольственных систем и оздоровления рационов питания в нашем регионе. Мы внимательно следим за соображениями государств-членов и наблюдателей
и на грядущей региональной конференции мы будем собирать эти мнения. Я убежден, мы убеждены, что нам открывается очень важная возможность для обмена знаниями, передовой практикой и опытом по устойчивым продовольственным системам и здоровому рационному питанию. Давайте учиться друг у друга, давайте определим, какие действия необходимы нашему региону. Результат этих прений на региональной конференции должен послужить материалом для коалиции по устойчивым продовольственным системам, которая была недавно учреждена в регионе. Я рад приветствовать здесь представителя ВОЗ, который активно взаимодействует с нами по этому вопросу. Эти материалы также будут использованы для подготовки саммита по продовольственным системам, который состоится в 2021 году. Давайте нашими общими усилиями обеспечим жизнестойкость наших производственно-бытовых цепочек, обеспечим пищевую и продовольственную безопасность и восстановим лучше, чем было. Мы должны использовать те возможности, которые перед нами открылись. А где остаются проблемы, мы должны найти совместные решения. Желаю вам всяческих успехов и кланно-плодотворной дискуссии. Большое спасибо, Владимир. Вы совершенно правильно сказали. Продовольственные системы должны быть устойчивыми. И вспышка COVID-19 продемонстрировала нам точки уязвимости наших продовольственных систем по всему миру. Так что мы должны внимательно проанализировать всю систему, включая сельхозпроизводство, функционирование производственно-бытовой цепочки, системы торговли, дистрибуции, управления безопасностью пищевых продуктов, здоровьем животных и растений. Те краткосрочные проблемы, которые вызвал COVID-19, имеют также и далеко идущие последствия. Так что нам предстоит очень многое обсудить. Замечательно, что у нас собралась такая выдающаяся группа экспертов для обсуждения данного пункта повестки дня региональной конференции. Хочу всех вас тепло поприветствовать и представить вас нашей уважаемой аудитории. Еще раз большое спасибо Владимиру за его вступительные слова. Представлю вам Ринта Акузови, вице-председателя Федерации ассоциаций Агропрома Турции, которая объединяет более 2000 компаний и 27 активных членов ассоциаций. Он говорит о важности повышения осведомленности общественности, интеграции сельского хозяйства и отрасли, а также обеспечению устойчивого, сбалансированного и адекватного питания. Хотел бы также поприветствовать Жоао Бреда, главу отделение профилактики и борьбы с НИЗ ФАО в Москве. Жоао всегда говорит о важности преобразования и о том, что мы стоим на перепутье между устойчивостью и здоровьем. Также хочу представить вам Изабеля Альварес, заместителя председателя и специалиста по повышение осведомленности по европейскому и центральноазиатскому региону сети по обеспечению продовольственного суверенитета. Действительно, решение проблем неполноценного питания во всех его формах требует всеобъемлющего анализа, поскольку здоровый рацион питания требует устойчивости продовольственных систем и здоровья планеты и социальной справедливости. Далее хочу представить вам Дару Чехлярову, которая представляет Еврокомиссию, подразделение по здравоохранению и продовольственной безопасности. Она говорит о том, что достижение климатического нейтралитета континента к 2050 году может быть только за счет обеспечения устойчивости наших продовольственных систем. Хочу также представить вам Эрику Халичку, старшего научного сотрудника департамента продовольствия, маркетинга и исследования поведения потребителей Варшавского университета Польши. Она говорит, что необходима переориентация продовольственных систем для достижения устойчивости питания. Хотелось бы также представить вам Гульнас Касееву, который является председателем группы «Агролит», крупного агропродовольственного холдинга из Кыргызстана. Хочу тепло всех, уважаемые коллеги,
поприветствовать на этом виртуальном круглом столе. И прежде чем мы перейдем к обсуждению различных аспектов проблематики, которые я вам объявил, давайте поподробнее рассмотрим положение в регионе. И Мэри представит нам соответствующий видеоролик. Добрый день. Спасибо за то, что присоединились к нашему мероприятию по устойчивым продовольственным системам и здоровому рациону. Вы потребитель, вы хотите питаться здоровой питательной пищей и кормить такой пищей своей семьи. Вы фермер или представитель бизнеса, который зарабатывает себе на хлеб сельским хозяйством. Вы представитель директивных органов. Ваша задача повысить качество наших продовольственных систем. Поэтому то, что я вам скажу, для вас очень важно. В своем выступлении я хотела ответить на несколько ключевых вопросов. В частности, почему именно сейчас пришло время сосредоточиться на продовольственных системах? В чем необходимость, такая насущная необходимость преобразований? Что значит устойчивость? И что мы можем предпринять для формирования и преобразования наших продовольственных систем? Все эти вопросы крайне актуальны для нашего сегодняшнего обсуждения, которое проходит на 32-й, а также для обсуждения, которое пройдет на 32-й сессии региональной конференции ФАО. Давайте поподробнее рассмотрим продовольственную и пищевую ситуацию в регионе. В целом, сектор продемонстрировал очень хорошие показатели, и голод отступил. Однако, неполноценное питание, доступ к необходимому питанию в необходимом ассортименте и высокого качества все еще остается проблематичным. Остро стоит проблема ожирения и избыточного веса. Но возникают и новые проблемы, демонстрирующие слабость наших продовольственных систем, а именно экологические последствия и истощение природной базы и ресурсной базы. Перелов, нагрузка на водные ресурсы, утрата биоразнообразия, деградация почв, выбросы парниковых газов, а также данные о том, что треть производимых продуктов оказывается в мусорном ведре. Неравенство, дисбаланс – это характерные элементы наших продовольственных систем. И в последнее время пандемия COVID-19 продемонстрировала нам целый ряд узких мест наших продовольственных систем, таким образом подчеркнув необходимость повышения жизнестойкости наших продовольственных систем. Продовольственные системы, что это? ФАО определяет это как весь спектр видов деятельности, товаров и услуг, которые касаются производства, торговли, переработки, маркетинга, потребления и удаления отходов, которые производятся в сельском хозяйстве, лесном или рыбном хозяйстве. Речь идет и о реформе земельных ресурсов, и управлении природными ресурсами, и о производстве продовольствия, и всей производственно-бытовой цепочке. Речь идет и о людях, и об учреждениях, а также об экологической, экономической, технологической среде, в которой все это происходит. Да, конечно, COVID-19 высветил важность продовольственных систем, но в целом мы обсуждаем эту проблему уже не первый день. Преобразование продовольственных систем – это хребет повестки дня до 30-го года, в частности ЦУР-2, а именно искоренение голода. Фактически мы развиваем те глобальные обязательства и инициативы, которые всем уже известны. Более того, в 2021 году пройдет саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам. Это будет важной вехой, во время которой мы сможем оценить те успехи, которые многие страны проделали в трансформации своих продовольственных систем. Более того, была создана тематическая коалиция по устойчивости продовольственных систем. Она была создана в апреле 2020 года. Это механизм укрепления сотрудничества и укрепления партнерских отношений. Почему нужно подходить к продовольственным системам с более системных позиций, если позволите?
Дело в том, что нужно учитывать все три элемента устойчивости, а именно экономические, социальные и экологические характеристики. Мы должны уметь адаптироваться к текущей реальности в области продовольствия, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения. Сейчас каждый из этих элементов мы рассматриваем в отрыве друг от друга. И упускаем возможную взаимозависимость и даже возможные компромиссы, на которые придется идти. Для обеспечения устойчивости наших продовольственных систем мы рассматриваем то, чего мы хотим от ситуации. Мы хотим, чтобы они были экологичными, чтобы они были источником к существованию, чтобы они были инклюзивными, чтобы они обеспечили экономический рост и одновременно служили источником здоровых рационов питания. Но очевидно, что в этой ситуации потребуются определенные компромиссы. Какие компромиссы? Например, правильный баланс между решениями относительно сельхозпроизводства и использования природных ресурсов. Или, например, торговая политика и возможное их влияние на источники средств к существованию и пищевой статус. Очевидно, что должны существовать политические процессы, в рамках которого эти компромиссы будут достигаться, будет находиться этот важный и хрупкий баланс. Очевидно, что мы уже не можем работать по старинке. Требуется преобразование агропродовольственных систем. Должны производиться более разнообразные пищевые продукты, должен осуществляться агроэкологический подход, должны улучшаться агропродовольственные, производственно-забытовые цепочки, должна улучшаться пищевая среда. Понимание местного контекста в данном случае необходимо. Очень сложно определить оптимальный набор реформ и генерировать соответствующий информационный поток, объяснять нашим уважаемым гражданам о том, каким образом будут преобразовываться наши продовольственные системы и что это принесет на страновом уровне. Государства-члены должны со своей стороны стремиться создавать благоприятную среду за счет государственного регулирования для поддержки преобразования продовольственной системы, способствовать диалогу между всеми заинтересованными сторонами, обеспечивать последовательность политических решений. Другими словами, нужно признавать важнейшую роль и других заинтересованных сторон, таких, например, как частный сектор и гражданское общество, для обеспечения устойчивости и осуществления всех тех решений, которые принимаются. Очевидно, что социальные движения, организации потребителей могут в этом смысле сыграть очень важную роль. И очевидно, что нужно собирать доказательную базу, которая углубляет наше понимание продовольственных систем. Нужно понимать, что есть определенное неравенство потенциалов в этой ситуации. Люди должны объединяться, и вместе мы сможем найти такие решения, которые пойдут на пользу и человечеству, и планете. В завершение хочу пожелать вам всяческих успехов на этой грядущей региональной конференции ФАО. Это возможность обменяться опытом, поговорить о преобразованиях и преодолеть хрупкость наших продовольственных систем, которые только усугубились в результате COVID-19. Это еще раз подчеркивает важность поддержки сельского развития и мелких фермерских хозяйств при одновременном сохранении природных ресурсов. Да, проблем много, но не меньше и возможностей по обеспечению долгосрочных преобразований. И мы не должны ограничиваться краткосрочными целями. Давайте воспользуемся моментом и восстановим лучшее, чем было, чтобы наши продовольственные системы никого не оставляли позади, чтобы каждый мог иметь доступ к здоровому рациону питания, чтобы наша планета была защищена сегодня и завтра. Большое спасибо за ваше внимание. Надеемся скоро встретиться с вами здесь, в Будапеште, или на вашей земле, или на грядущем саммите ООН по продовольственным системам. Мэри сказала нам о том, что мы должны восстановить лучше, чем было. А это значит, что нам нужно изменить нашу структуру производства и сделать ее более разнообразной. И сельскохозяйственная политика
обычно охватывает различные производственные стимулы. В частности, есть единая сельскохозяйственная политика Евросоюза, которая с 80-х годов существует. Но как обеспечить движение в едином направлении, чтобы производство было эффективным, с одной стороны, и экологически, и социально последовательным, с другой стороны? Хотелось бы обратиться к Раде. Как вы видите перспективы преобразования наших продовольственных систем с точки зрения Евросоюза? Как нам производить более разнообразный ассортимент, более устойчиво, при этом не нанося ущерба окружающей среде и не истощая природных ресурсов? Ну, во-первых, мы, конечно, не считаем, что перед нами стоит дилемма между производством доступных и безопасных продуктов питания для здорового рациона и защиты окружающей среды. Мы утвердили в мае этого года стратегию, в рамках которой мы считаем, что можно сделать и то, и другое. Обеспечить источниками средств к существованию и одновременно удовлетворять потребности потребителей. В этой стратегии охвачены и элементы производства, и элементы потребления, а также стоит цель по сокращению потерь и порчи пищевых продуктов. В частности, речь идет об обеспечении юридически обязующих нормативов и требований по Евросоюзу, а также обеспечение. Мы должны сказать, что без изменения рационного питания в отношении в сторону более здорового и устойчивого рационного потребления нам не удастся достичь экологического баланса. Необходимо потреблять больше фруктов и овощей. Это не только полезно для здоровья, это сокращает экологическую нагрузку продовольственных систем. Прошу прощения, вынужден вас перебить. Давайте о потребителях мы поговорим позднее. А мне бы хотелось пока еще сосредоточиться на производстве, поскольку именно производственная часть этой системы кажется мне важной на настоящий момент. Я прекрасно знаю, что вы ярый сторонник агроэкологии. В каких именно элементах системы нам требуются наиболее назревшие перемены? Что пойдет на пользу сельским общинам? Я надеюсь, вы меня слышите, и связь установлена. Прошу прощения, на какой-то момент связь прервалась. Не могли бы вы, пожалуйста, повторить ваш вопрос? Изабель подчеркивает необходимость внесения изменений в продовольственные системы. В частности, за счет использования агроэкологических подходов. Вот с вашей точки зрения, в чем требуется изменить продовольственные системы? И каковы дополнительные угрозы и возможности для сельских общин? Изабель Альварес. Вы знаете, в первую очередь мы считаем необходимым накормить всех людей, чтобы продовольственные системы обеспечивали гарантированный доступ к здоровым рационам питания для всех без исключения. И эти изменения требуют многопланового подхода. Мы подчеркиваем важность обеспечения ресурсной базы для того, чтобы всех накормить. Очевидно, что для этого требуется доступ к земельным ресурсам, необходимо сохранить биоразнообразие, необходим доступ к рынкам сбыта на местном уровне. И, конечно, необходимы ресурсы для того, чтобы люди потребляли здоровые продукты.
Да, мы часто говорим о том, что потребители обладают агентностью в принятии решений, но мы зачастую также знаем, что двигателями этих решений бывает не предпочтение или соображение защиты здоровья. Зачастую речь идет именно о том, что мы голосуем рублем за счет тех ресурсов, которые у нас есть. И все знают прекрасно, что нездоровые пищевые продукты гораздо более доступны, чем здоровое питание, и это справедливо до многих регионов. Возьмите для примера систему госзакупок. Очень часто главным критерием отбора являются не соображения здоровья, а именно цены или какие-то другие соображения. Поэтому при обсуждении возможностей и проблем, мне кажется, становится очевидно, особенно в условиях пандемии COVID-19, что нам требуются более жизнестойкие модели. И на своем опыте гражданского общества мы видим, как эти местные модели, местные сети продемонстрировали свою устойчивость к внешним воздействиям в сложившейся ситуации. Поэтому именно эти модели нужно сохранять. Нужно поддерживать эти сети, и это должно стать элементом государственной политики. Но сложность в чем? Прошу прощения, давайте мы пока не будем переходить к вопросам мер политики. Поэтому хочу вновь вернуть вопрос к Раде. Вы говорили о стратегии от грядки до тарелки. Нас с учетом COVID-19, считаете ли вы, что этот подход будет плодотворным? Да, вы знаете, во вступлении правильно было сказано, пандемия COVID-19 продемонстрировала необходимость в жизнестойких, прочных продовольственных системах, которые способны обеспечить доступ к пищевым продуктам для всех и каждого. И особенно это важно в условиях пандемии. Так что мы сделали определенные выводы из COVID-19 в рамках нашей стратегии от грядки до тарелки. В частности, всегда должен существовать план Б, запасной план, который позволит нам обеспечить продовольственную безопасность в условиях кризиса. Так что все это стало неотъемлемым элементом стратегии. А теперь давайте рассмотрим другие элементы производственно-бытовой цепочки. Посмотрим на переработку и торговлю. Хочу задать вопрос Жоао. С точки зрения ВОЗ, применительно к цели обеспечения устойчивого и здорового рациона питания, что можно предпринять в рамках производственно-бытовой продовольственной цепочки для нахождения хрупкого баланса между интересами различных заинтересованных сторон? Большое спасибо за эту возможность выступить. Очевидно, система эта многосоставная, но в пределе мы убеждены, что необходимо предпринимать определенные шаги. Шаги, которые приведут нас к более здоровым и экологичным рационам питания. Например, необходимо значительно сокращать потребление продуктов животного происхождения, увеличивать потребление продуктов растительного происхождения. Это просто необходимое условие, особенно для европейского региона. Одновременно нужно сокращать использование вредных, непитательных пищевых элементов, которые приводят к низ. Нужно помнить, что каждый третий, каждый четвертый ребенок в европейском регионе уже страдает избыточным весом или ожирением. Об этом можно говорить вечно, но если мы не предпримем каких-то действий немедленно, действий довольно самоочевидных, мы потеряем поколение. Вот посмотрите, мы в Европе потребляем слишком много сахара. Например, в детском питании содержится недопустимый уровень сахара. Сахара, жиров. Нужно отказаться от трансжиров. В настоящее время 37 стран из 53 членов виртуальной Европы полностью запретили трансжиры.
И мы хотим стать первым регионом, полностью свободным от транжиров. Мы ускоренными темпами движемся в этом направлении. В любом случае, нам уже очень четко понятно, что рацион питания, здоровье и устойчивость – это части единого целого. Но мы должны поддержать государство на их пути по построению здоровых рационов питания, поскольку каждая страна имеет свое собственное представление о том, что такое здоровый рацион питания. Есть мощные инструменты, например, государственные закупки пищевых продуктов. У каждой страны есть свое собственное толкование того, что значит устойчивое, что значит здоровое. Понятно, что нужно потреблять больше, например, растительной пищи, меньше животного происхождения, меньше сахара, поскольку это приводит к сокращению частоты возникновения НИС. Но какие бы идеи мы ни проповедовали глобально, они должны осуществляться на национальном уровне. В одной стране идет предпочтение в отношении одного типа продукта, в другом – других. Возьмите средиземноморскую диету, она может быть неприемлема для стран Восточной Европы, например. Но мы должны обращаться к нашим истокам, мы должны использовать наше традиционное рационное питание. И Европа в этом смысле может взять на себя роль застрельщика по продвижению здоровых и устойчивых рационов. Решения на самом деле довольно просты. Джоао, мы смотрим на ситуацию с точки зрения международных организаций и в целом всегда говорим об органах государственной власти, о правительствах, но какие бы рекомендации ВОЗ дала частному сектору в отношении, например, сокращения использования сахара? Потому что у частного сектора тоже своя особая роль в этом процессе. А затем я обращусь к Ринту. И спрашиваю, согласен ли он. Да, действительно, частный сектор – это очень важный элемент, очень важная заинтересованная сторона, которая может быть частью решения. Очевидно, что возникают такие ситуации, в которых роль правительства, например, посредством регулирования или законодательных инициатив, становится более значимой. Но частный сектор может внести свой вклад своими собственными инициативами. И лучше всего сочетание обеих подходов. Возьмите соль для примера. Есть чудесные инициативы частного сектора, которые значительно улучшили ситуацию. А в других областях частный сектор отказывается брать на себя инициативу и предпочитает, чтобы правительство посредством мониторинга или регулирования, например, цифрового маркетинга, ограничивало те или иные элементы. То есть речь идет о совместной работе, о сотрудничестве, о диалоге. По сути говоря, нам уже нечего обсуждать. Мы прекрасно знаем, какие действия необходимы для повышения качества продовольствия. Посмотрите на промышленное детское питание. Оно просто насыщен огромным количеством сахара, это совершенно неприемлемо. И отрасль должна осознать, что требуется внутреннее преобразование. Очевидно, что промышленность отвечает на запросы потребителей, но есть и вопрос того, что необходимо изменять предложение. Мы считаем, что должен быть диалог, должен быть целый спектр возможных политических решений, и, конечно, правительство должно брать на себя роль застрельщика. Ринд, согласитесь ли вы с тем, что говорит Джао по сути, что это ответственность в том числе и частного сектора в этом случае, или вы скажете, что нет, наоборот, этим должны заниматься государственные органы власти, а сектор производит то, на что есть спрос потребителя? Как пищепром находит этот баланс? С одной стороны, повышая устойчивость своей работы, а с другой стороны, конечно, бизнес, практика и удовлетворение спроса. Какие усилия предпринимает в этом смысле пищевая промышленность? Позвольте выразить мне это так. Я в целом согласен с тем, что необходимо общаться. Необходимо найти общий знаменатель. Наше общее понимание того, что такое питание и продовольствие. Но мы, как промышленность, не согласны с демонизацией каких-то отдельных элементов. Соли, сахара, жиров.
Все, что содержится в списке кодекса алиментариуса, не наносит вреда здоровью человека. Вред здоровью наносит лишь дозировка, объемы потребления. Поэтому вместо того, чтобы утверждать, что сахар вредит, я считаю, что Всемирная организация здравоохранения должна повышать осведомленность общественности относительно адекватного и сбалансированного рациона питания. Все, что содержится в списке кодекса, безопасно для потребления. А если мы хотим предупредить потребителей, что избыточное потребление определенного вида пищевых продуктов вредит, то необходимо размещать соответствующую информацию на всем, даже на таких элементарных вещах, как вода, поскольку если пить больше 6 литров воды в день, это может привести к смерти. Поэтому нужно образовывать нашего потребителя, объяснять ему, что нужно потреблять для сбалансированного пищевого рациона. Я согласен с проблемой ожирения, я согласен с проблемой неинфекционных заболеваний. Однако нужно смотреть на этот вопрос по-другому. Нужно искать общий знаменатель по всем сложным моментам. У нас несколько иной подход. Мы не считаем, что необходимы избыточное регулирование или принудительное регулирование со стороны государства. Я считаю, что нужно совместно рассматривать стоящие перед нами проблемы и решать их совместными усилиями, пока нам договориться с ВОЗ не удалось. Пока складывалась такая ситуация, что ВОЗ смотрел на нас, ну, не скажу, конечно, как на врагов, но, по крайней мере, на определенную противодействующую силу. И поэтому накладывал на отрасль ограничения. А на самом деле промышленность ведь просто удовлетворяет спрос. А изменение или предпочтение потребителей можно изменить за счет повышения уровня их осведомленности. Ринт, вот вы говорили о двух очень важных тезисах, которые хотелось бы затем развить. Вот эта роль потребителей. Мы упоминали об этом в самом начале. И очевидно, что важны определенные рекомендации политического характера, международных организаций и правительств. И все это напрямую связано. Но хотелось бы немножко углубить, а именно с точки зрения отрасли. С вашей точки зрения, считаете ли вы, что последствия COVID-19 открывают новые возможности преобразования некоторых элементов продовольственных систем? Видите ли вы эти реальные возможности? Вы знаете, Реймонд, мы опубликовали в июне этого года издание примерно объемом 200 страниц. Там анализируются все связанные с COVID-19 проблемы. Три основных вывода, к которым мы пришли. Первое – это недостаток взаимодействия между внутри самой сельскохозяйственной отрасли, это привело к определенному хаосу и дисбалансу, затем отсутствие координации между основными игроками, что привело к снижению эффективности, и отсутствие сотрудничества, которое необходимо как никогда, и ради которого мы должны динамизироваться и преобразовываться. Государство не сразу отреагировали на вызовы COVID-19 применительно к продовольственной безопасности. А вот частный сектор, особенно производственно-бытовые цепочки, люди, курьеры, которые на мопедах и на велосипедах доставляли заказы продовольственные потребителям, они отреагировали мгновенно. И мы уже предложили целый ряд решений, которые мы начали осуществлять. В частности, мы используем наши внутренние возможности транснациональных корпораций в области повышения осведомленности фермеров. В частности, например,
закупки, использования сырья, меньшего использования водных ресурсов, более устойчивого производства. Но это не главная проблема. В нашей части света, а именно юго-восточная Европа, проблема стоит по-другому. Мы, как федерация, заказали исследование в одном из технических университетов, даже целого конгломерата технических университетов, и это издание было опубликовано в 2018 году. Там сказано, что к 1932 году изменение климата непосредственным образом скажется на регионе. И к 2050 году это воздействие достигнет своего пика. А именно, изменение климата радикально изменит то, как и где производится продовольствие. Это самая главная угроза, и мы должны к ней подготовиться. Да, действительно, это соответствует тому, что Рада в своем заявлении от имени Евросоюза озвучила нам, а именно необходимость обеспечения климатического нейтралитета континента. Но потребитель играет очень важную роль во всем этом контексте. В связи с чем вопрос. Действительно ли стоит перекладывать всю ответственность на потребителя и винить его во всех грехах? Стоит ли говорить, что от потребителя все зависит, что стоит потребителю делать правильный выбор, как все радикально изменится? На что стоит ставить акцент? И этот вопрос я хотел бы обратить ко всем. В частности, к Еве, как к представителю исследовательского сообщества, что нужно сделать для того, чтобы повысить спрос именно на здоровый рацион питания? Стоит ли ужесточать меры регулирования и сокращать потребление определенных видов продуктов, как говорил Джоао, например, с меньшим содержанием соли или сахара? Как направить спрос потребителя в правильном направлении? Достаточно ли просто повышать его осведомленность? Вы знаете, это действительно уникальная, очень интересная тема для обсуждения именно потребительского поведения. Я в Польше и вообще в Европе веду исследования вот уже 20 лет. И мы наблюдаем изменения потребительских предпочтений. Потребители получают огромный объем информации. В регионе реализуется значительное количество образовательных инициатив. Но изменения идут очень медленно. И зачастую информации бывает слишком много, или она бывает недостаточно точной. И, конечно, соображение относительно здорового питания доходит до людей. Люди понимают, что рацион должен быть более здоровым. Но важно, чтобы наши рекомендации приводили к устойчивому потреблению, а не осложняли процесс выбора. Люди зачастую не понимают наших посылов. Или если посыл слишком сложно сформулирован, они просто отключаются и не слушают больше. Поэтому необходимо давать соответствующие рекомендации в отношении пищевых продуктов. Они уже существуют или разрабатываются, и они должны быть максимально простыми. Приведу конкретный пример. Выбирайте пищевые продукты местного производства. Выбирайте сезонные виды продуктов. Вы знаете, для директивных органов это возможность вступить в прямое взаимодействие с группами потребителей. Потребительские ассоциации набирают вес, и на протяжении многих лет и даже десятилетий организации, объединяющие потребителей, оставались за бортом, их никто не слышал. Их голоса звучали слишком тихо. Но в этом отношении произошли значительные изменения. И потребители скоро
перейдут эту критическую черту и осознают значимость ситуации. 920 миллионов потребителей в регионе Европы и Центральной Азии. 920 миллионов потребителей. Кто-то из них не покупает продукты в питании. Но все равно все они как-то связаны с рынком. Например, они получают продовольствие из продовольственных банков или потребляют те продукты питания, которые они сами выращивают и производят. Но в целом в осознании потребителей происходят изменения. Но, как это ни парадоксально, COVID-19 лишь ускорит это осознание. Поэтому четкий и ясный посыл. Такие рекомендации в области питания, которые учитывают устойчивость производства, окажут огромное влияние на потребителей и таким образом позволят им более осмысленно делать выбор на рынке. И это позволит улучшить продовольственные системы. И я надеюсь, произойдет это в самом ближайшем будущем. Замечательно. Другими словами, правда в простоте. Посыл должен быть максимально простым. И мы должны, конечно, расширять права и возможности потребителей. И в этом отношении хотелось бы еще раз обратиться к Еврокомиссии. Еврокомиссия, простите уж, если я ошибаюсь, комиссия не всегда облегчает нам жизнь. Вот эта стратегия от грядки до тарелки, это новая стратегия. Как ее упростить? Как облегчить ее понимание потребителям? И таким образом изменить потребительское поведение? Я считаю, что предложенное нами в рамках этой стратегии, а именно обеспечение более устойчивых моделей потребления, как раз и преследует цель упрощения жизни для потребителей. Мы убеждены, что хорошо информированный потребитель будет выбирать более здоровый и устойчивый рацион питания. Мы со своей стороны предложили целый ряд инициатив до 2022 года в области этикеток на продуктах питания, в частности, гармонизация обязательных этикеток на верхней части упаковки. И будем рассматривать возможность расширить обязательные указания источника происхождения по некоторым продуктам. И, наконец, в более долгосрочной перспективе мы рассмотрим возможность разработки более общей и единообразной структуры этикетирования, чтобы информация была максимально простой, это действительно важно для потребителя, чтобы все элементы были четко прописаны. Мы убеждены, что наши действия помогут потребителю выбирать более здоровый и устойчивый рацион питания в будущем. Я считаю, что одним из ключевых тезисов применительно к выбору потребителей, расширению прав и возможностей потребителя, это предоставление информации. Но во многом результат зависит и от стоимости продуктов. Вот в докладе о положении дел с продовольственной безопасностью в 2020 году мы рассматривали и экономическую доступность здорового рациона питания. И зачастую такие продукты оказываются просто не по карману потребителю. И этого момента нельзя упускать из виду. А сейчас хотелось бы сделать небольшой поворот в нашем диалоге. И прежде чем мы перейдем к обсуждению рекомендаций относительно политических мер, хотелось бы привести пример Кыргызстана. Давайте заслушаем Гульнас, корпорация «Агролит», Кыргызстан. Она расскажет нам об усилиях Кыргызстана в области перехода к более устойчивым продовольственным системам. Она подготовила для нас свой видеоролик, который я предлагаю всем нам посмотреть. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Гульнас Касеева. Я председатель Совета Общественной Ассоциации «Акрилик Кыргызстан».
И сегодня я хотела поделиться с вами одной идеей, которая может помочь решить проблему продовольственной безопасности в Киргизстане. Киргизстан – это страна сельская. 70% нашего населения проживает в сельских районах. И 65% работает именно в сельском хозяйстве. Многие из них – это мелкоземельные фермеры. И после распада Советского Союза произошла земельная реформа, появилось огромное количество новых фермеров. Ну и поскольку у таких вновь появившихся фермеров не было необходимых знаний и опыта в ведении сельского хозяйства, мы посчитали необходимым обеспечить их консультативной помощью. Агролит, компания, которую я представляю, была учреждена в 2009 году, и вот уже 11 лет мы поддерживаем сотни проектов и представляем консультативную помощь в различных отраслях. Это и государственные, и частные, и неправительственные организации. Все эти консультативные услуги направлены на достижение своих целей. И нет общей координации. И, к сожалению, это вызывает дублирование действий, фрагментацию. И это подрывает эффективность нашего развития. Вот возьмите ситуацию с COVID-19. Мы выяснили, что в отношении продовольственной безопасности существуют значительные проблемы. Нам требуются скоординированные усилия всех заинтересованных сторон. Поэтому одной из инициатив «Агролит» было создание ассоциации органов, представляющих консультативные услуги. В 2018 году была произведена реструктуризация этих консультативных услуг. Главная задача – создать общую платформу для всех заинтересованных сторон для обсуждения главных проблем и поиска совместных решений в области продовольственной безопасности. И в результате в сентябре 2020 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и ключевыми игроками. Главной целью этого соглашения было объединение всех секторов, которые занимаются сельским хозяйством, для координации нашей сельскохозяйственной работы. Большое спасибо за внимание. Желаю вам всяческих успехов, с удовольствием. А если у вас будут какие-то вопросы, я на них отвечу. Большое спасибо. Гульназ говорила об отсутствии координации на уровне различных участников производственно-сбытовой цепочки и попытке решить эту проблему. Таким образом, все мы видим, существует необходимость укрепления механизмов управления. И в настоящее время такие усилия делаются. Таким образом, мы плавно подошли к обсуждению темы рекомендаций относительно политических мер. Как вы считаете, движемся ли мы в правильном направлении? Меняем ли мы процессы и методы принятия решения? Расширяем ли мы права и возможности гражданского общества? Все понимают, что гражданское общество, все мы, это потребители. Но, может быть, у гражданского общества, как у более организованной структуры, есть возможность более активно принимать участие в этом процессе и в переходе к новым механизмам управления. Да, движение есть, и это хорошо. Я считаю, с нашей точки зрения, необходимо обеспечить более широкое инклюзивное участие в этом процессе. Необходимо строить меры политики вместе. И в этом отношении я считаю, что очень важно все сказанное относительно потребителей и их процесса принятия решений. Прошу прощения, что я вас снова возвращаю к этой тематике, но это важно сказать. Речь идет о продовольствии, об основном праве человека. И при обсуждении этих вопросов и многосторонних платформ важно, чтобы гражданское общество, как и все остальные, были участниками этого процесса, поскольку все мы являемся частью продовольственных систем. Но нужно сказать четко и ясно, что есть заинтересованные стороны и есть
правообладатели, и все мы должны сидеть за одним столом переговоров, но не только для того, чтобы понять, кто есть кто, а еще и для того, чтобы понять, какие интересы каждый из нас представляет. И для нас эта разница между заинтересованными сторонами и правообладателями – это реальное различие, особенно применительно к продовольствию, поскольку для нас в этом диалоге права человека играют очень важную роль с точки зрения элемента построения устойчивых продовольственных систем. Гражданское общество активно в различных информационных пространствах, вы это знаете. Поэтому можно задать вопрос так: возможно ли построить устойчивые продовольственные системы без участия гражданского общества, без участия фермеров, без участия рыбаков, без участия коренных народов, без участия молодежи или женщин? Мы считаем, что именно человек должен стоять во главе угла. Вот так, с нашей точки зрения, выглядит ситуация. Другими словами, вы говорите, что любые меры политики должны быть основаны на интересах человека, и что общественность должна принимать более широкое участие в формировании политических мер. Хочу обратиться к ЖОАО с точки зрения международных организаций, в частности ВОЗ. Стоит ли делать больше в отношении формирования наших политических решений вокруг интереса конкретного человека? Вы знаете, с точки зрения здоровья мы говорим о системе здравоохранения на основе интереса человека. А сейчас мы говорим о продовольственных системах, в центре которых стоит человек. И, по-моему, это все очень актуально. Вы знаете, нужно понять необходимость всеобъемлющего подхода. Речь идет не только об образовании, скажем, и о том, чтобы направлять людей в сторону более правильного выбора, или о формировании каких-то отдельных элементов регулирования, которые будут способствовать оздоровлению рациона питания. Нет, нужно воспринимать систему во всем ее многообразии и обеспечивать такой системный подход, чтобы в центре этой системы стоял человек. И это мощнейшее изменение, это тектонический сдвиг. И я могу сказать, что я во многом согласен с этой идеей. И очень интересный элемент вашей политики в том, что речь идет именно о роли застрельщика и в европейском, центрально-азиатском регионе. Я считаю, что все изменения должны быть нацелены именно на интерес человека. Действительно, в этом регионе мощная отрасль, мощные исследовательские центры. У вас есть конкурентное преимущество. У вас не только очень интересные и здоровые рационы питания, в частности, скандинавский или средиземноморский рацион, и изумительный ассортимент продуктов питания из Центральной Азии, но у вас есть все необходимое для успеха, и знания, и мозги, и технологии. Посмотрите, что с нами сделал ковид. Без здоровья нам уже ничего не нужно. Что мы видим? Мы зачастую вводим в наши пищевые продукты такие ингредиенты, которые нам не нужны. Я с сожалением об этом говорю, но как можно добавить на 14 грамм сахара в какой-то продукт питания? Это очень печально. Конечно, потребитель должен выбирать, но потребителю нужно дать возможность выбрать. Кто-то выбирает быть веганом, например. Правильно это или нет? Нет, но это личное решение. Не всегда, если веган потребляет продукцию с этикеткой веганская, но однако глубокой переработки, он потребляет действительно здоровую пищу. На нас лежит ответственность. Мы должны задавать курс.
На национальном и международном уровне мы должны поддерживать государства-члены, и этот путь мы должны пройти вместе. Я поддерживаю сотрудничество между нашими организациями, приветствую его, с радостью приветствую инициативу. Я убежден, что она изменит мир к лучшему и поспособствует улучшению ситуации во всем регионе. В этом регионе 53 государства-члена ВОЗ. Мы хотим дать пример в регионе. Кризис пандемии вновь показал нам увеличивающиеся цифры. Но если мы не объединим людей на одной платформе, нам будет очень трудно до всех достучаться. Как вы считаете, вот эта стратегия от грядки до тарелки, адекватна ли эта стратегия по обеспечению последовательных изменений? Или, может быть, кто-то скажет, да, это здорово, но как это реализовывает на практике? Это недостаточно просто, скажем, или непонятно? Как донести эти посылы до простого потребителя? Вы знаете, наша стратегия – это стратегия такого системного подхода, о котором мы все сегодня говорим. Безусловно, мы предложили конкретные действия по конкретному агенту, конкретному субъекту производственно-бытовой цепочки и вне ее. Мы требуем усилий не только от фермеров. Речь идет обо всех первичных производителях, и переработчиках, и производителях продуктов питания, и потребителях. И было совершенно правильно сказано, нам нужна поддержка и от финансовой отрасли, и от исследователей, и от специалистов в области технологий и инноваций. В противном случае нам не решить наших общих проблем. Под эти решения необходимо соответствующее фондирование. Должны быть привлечены и консультанты, которые затем должны передать эту информацию, эти решения субъектам деятельности на местах. То есть все мы должны быть в одной лодке, должны понимать наше общее единство. Мы не имеем права смотреть на все это из каждой из своего угла и воспринимать все это разобщенно. Мы должны сокращать нашу зависимость, например, от химических пестицидов, это все понимают. Но каковы альтернативы? Что делать для этого? На что заменить эти пестициды? Для этого нужны исследования и инновации. То есть все эти направления взаимосвязаны. И мы со своей стороны стремимся к обеспечению последовательности всех политических мер относительно продовольственных систем. И особенно это актуально в долгосрочной перспективе. Одно из ключевых предложений и предложенных нами инициатив – это законодательные инициативы по достижению устойчивости продовольственных систем и последовательности всех политических решений. Мы убеждены, лишь совместными усилиями мы сможем осуществить этот переход. И речь идет не только о подготовке документа. Бумага – это всего лишь бумага. Мы должны объединиться в процессе осуществления, претворения в жизнь наших общих идей. Рит, а с точки зрения частного сектора, я так понимаю, уже достаточно напридумано всяких политических мер. Но перехода к устойчивым продовольственным системам без частного сектора невозможно. Считаете ли вы, что вы обеспечены достаточным объемом поддержки? И такие стратегии, например, как от грядки до тарелки, они актуальны и для Турции, и для вашей ассоциации. Вы знаете, я на самом деле очень согласен. COVID-19 многому нас научил. Сегодня мы осознали, что есть определенные несостыковки в этой стратегии от грядки до тарелки. И эти несостыковки нужно исправить, и нужно адаптировать наши стратегии. Нужно говорить не о регионе в целом, а об основополагающем праве человека иметь доступ к продовольствию. В нашем регионе никто не голодает, но в целом проблема стоит достаточно остро, и ее нужно решать. Проблема непростая.
И у нас, как у частного сектора, есть своя значимая роль, которую мы готовы сыграть. И в мерах политики все это описано. Но самое главное, это, конечно, диалог между всеми субъектами деятельности. Сегодня очень важным вопросом является углеродный след. Если мы не сократим углеродный след, если мы не обратим вспять изменения климата, мы очень дорого за это заплатим. Требуется сотрудничество всех и каждого. Это первое. Затем, ресурсов не хватит. И после 2050 года их может просто не остаться. Эту проблему тоже нужно решать. Нужно внимательнее относиться к инновациям, к биотехнологиям. Именно биотехнологии через 20-30 лет будут играть решающую роль. И директивным органам нужно будет об этом задуматься. Мы со своей стороны готовы, мы как производители. Но я не устану подчеркивать, что в данном случае важную роль играет диалог. Да, действительно, диалог — это принципиально важно. Но, к сожалению, уважаемые коллеги, вынужден констатировать, что время поджимает. У меня есть еще один тезис, на который я хотел бы обратить ваше внимание, задать вопрос Джоао и, может быть, другим коллегам. Да, действительно, должна быть последовательность политики. Мы должны инвестировать в повышение осведомленности, в образование потребителей. Мы должны инвестировать во все три элемента устойчивости продовольственных систем и здорового рациона питания. Не угрожает ли ковид сокращению объема государственных ресурсов, которые в любой другой ситуации мы направили бы на эти цели, а сейчас вынуждены тратить на борьбу с пандемией? Вы знаете, многие страны сейчас увеличивают свои инвестиции. В частности, в борьбу с неинфекционными заболеваниями, с диабетом, с ожирением, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в результате мы экономим огромное количество денег. И чем более здоровым будет наш потребитель, тем более правильно он будет направлять свои средства, тем более здоровый продукт он будет выбирать, и тем больше потенциала у него будет. И в целом это такая взаимозависимая система, и для международной организации, и в частности для ВОЗ, необходимо искать точки соприкосновения, которые объединяют нас всех. И в будущем мы все должны глубоко осознать взаимосвязь между здоровьем и устойчивостью. Конечно, любые пищевые рекомендации – это очень правильно. Нужно понимать, что это не просто рацион питания, что это экономически выгодно и выгодно развитию сельского хозяйства. Поэтому наша отрасль будет более конкурентоспособной, и здесь мы сможем, объединив усилия, достичь наших общих целей. Ева, а если посмотреть на ситуацию с точки зрения научного сообщества, достаточно ли у нас денег для осуществления этих преобразований? Не оказалось ли финансирование исследований по нашей, по интересующей нас области под угрозой в связи с пандемией COVID-19? К сожалению, я не могу этого утверждать. Поживем, увидим. Я хотела бы подчеркнуть, что все потребители разные. Люди, живущие в сельских и городских районах, по-разному подходят к проблеме устойчивости. Исследования ситуации в Польше демонстрируют нам, что люди, проживающие в сельских районах, имеют больше понимания того, что такое устойчивость, более уважительно относятся к пищевым продуктам. Так что различия очевидны. Я просто надеюсь, что у нас будет достаточно ресурсов не только повышать уровень образования, но и
нацеливать наши программы на каждую из групп потребителей. А группы большое множество, они различаются культурно, географически, демографически. Посыл должен быть простым, очевидным, но посыл этот должен быть гораздо более эффективным, чтобы приводить к изменению поведения и чтобы мы видели реальные результаты этой работы. Уважаемые коллеги, к сожалению, пришло время заканчивать нашу работу. Я убежден, что сегодня прозвучал целый ряд очень интересных тезисов, которые стоит обсудить в дальнейшем. У всех у нас есть пища для размышлений для государств-членов в качестве введения в этот пункт повестки дня. И на региональной конференции ФАО совместно, в частности с КВПБ, Комитетом по всемирной продовольственной безопасности, работающий над рекомендациями по устойчивым продовольственным системам, в настоящее время ведет процесс переговоров. Так что в области производства, в области производственно-бытовых цепочек идет серьезная работа. Многое упирается в потребителя. И это наша часть ответственности, нас с вами как потребителей. И здесь, конечно, нужно анализировать то, как те или иные стратегии будут осуществляться на практике. С точки зрения ФАО, программа действий уже существует. Существует огромный инструментарий. И нам необходимо учитывать все три элемента устойчивых продовольственных систем. Большое спасибо за то, что следили за этими интересными прениями. Спасибо.